Пиши еще раз. Фола. Едем! Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. 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 Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Йорд очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то Солнце и Луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Пиши дальше, пока пол не обрушился. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше.
Надо отдать должное. Разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправдания. Как же Синдри? Они его не найдут. Обеденный зал. Весь Мидгард забит. Странный. Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Трума! Волшебный замок. Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Мне удалось... Помните кинжал, который вы мне дали? Кинжал из спины разбойника? О! С чего бы начать? В этих поисках нам никакого смысла. Есть смысл. Если Синдри сделает нам хорошее оружие на этом точильном камне. К тому же, этот урод убил родного отца. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия.
скорее, брат. Добудем кусок. Не указывай мне, что делать. Это слепота! О, нет! Не вижу! Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Блин, иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще живешь? Мы тощие ручонки ведь еле держим лук. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Надо повторить. Ты жалок. Снова же такая страшная. Рожу тебе порезала, чтоб похож был. Не смей так говорить. Не смей так говорить о мамочке. Не слушай его. Он хочет тебя разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат! Сыны Тора могут попробовать! Голова! Извини, я перегнул палку, да? Берегись! Давай, дерись уже! Сейчас по пляжу! Твоище, сурод! Ну, вперед! Что? Прекрати! Сын, соберись! Прикончим их магме! О, нет! Мамочка, небось, была редкая шлюха и красные глазки. Я тебя убью! Атрей, держи себя в руках! Как ты? Ты даже не представляешь! Ах ты, мерзавец! Черед! Держись, ты трус! Пошку тебя оторву! Надо за ним следить. Мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все загадки магии двери, что нам попадались, и та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Один из младших асов. Ну да. А его отец Тор? Тор не младший. Совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить Бога?
Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Что, ничего не приглянулось? Парень совсем не здоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Прошу. Эй, я понял. Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Снова руки великана. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. На другой стороне есть путь к выходу. Снова под ладонью, почти на месте. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Yes.
Сын, здесь еще один. А, это... Сын? Иду. Тут все такое... прямо... ну, как тюрьма. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Да, отец. Валькирия? В заточении? Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? Так что теперь? Может, отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюрлу. Тюр же мертв. Да. Его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Можем еще тут поисследовать. Везец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Историю не закончил. Кто, я? Ах, да! Правдивая история Грунгнера, великана с головой и сердцем из камня. Он был силен, это да. Но простофиля ужасный. Однажды Один встретил его в Мидгарде и счел настолько забавным, наивным и безобидным, что пригласил его в свой дворец в Асгарде. Там он вдоволь напоил Грунгнера медом и повел разговор так, чтобы тот начал хвастаться и кривляться всем на потеху. Я видел, как смеялись асы, когда Грунгнер запрыгнул на свой щит и поклялся убить нас, а женщин забрать с собой в Йотунхейм. И тут пришел Тор, и он не смеялся, о нет.
Тор глянул на пьяного болвана и обрушил ему на голову Мьёльнир, да с такой силой, что осколки Грунгнера до сих пор засели у него самого в черепе. Острые камни так и брызнули Тору в лицо, а потом на него с тошнотворным хрустом рухнуло тело Грунгнера. И снова по залам дворца разнеслись громкие раскаты смеха. Ужасная история, Мимир. Мама таких не рассказывала. Вот тебе и мораль. Правда, не так красиво, как мифы и легенды. Сокровищница Тюра за магическим замком. Ого! Неужели мы в сокровищнице Тюра? Еще одна из этих штук. Там что-то есть. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм. А обо мне великаны не сделали триптиха? Давай. Знаешь... Иди сюда, я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столькому учил, да и я тебя чему-то научу. Атрей. Давай, говорить ты умеешь. Лодку. Дом Фрей недалеко. Один тебя ищет, брат. Особенно после того, как ты стал убивать его родителей. Лес Фрей для него закрыт, туда нам и надо. А если кто и может исцелить мальчика, так это она. Что с ним происходит? Я видел подобное у смертных. Смятение разума может выражаться в болезни тела. Боги такому не подвержены, но бог, считающий себя смертным, шутка представить. Почти на месте. Thank you.
усилился. Его трясет. Плохо дело. Надо спешить. Фрейя! Открывай! Нам нужна помощь! Хельхейм, ну надо же! Как ты, брат? Я сделаю, что должен. Отстань. Дверь в мир между мирами прямо около твоего дома. Срежем путь к кочующему храму, а потом в Хельхейм. Ну, там ты говорил явно не со мной. Ты случаем не хочешь ничего мне рассказать, брат? По части хранения секретов мне нет равных. Если что, обращайся. Кстати, я уже понял, что ты грек. Афина, надо же так проколоться. Эй, а тебя...
Нити, я за тобой пригляжу. Раз у тебя есть путевая руна Хельхейма, такой вариант будет на столе. Прикрою! Пользуясь случаем, скажу, твой план безумен. Даже Один не может унести стужу Хельги. Так что, надеюсь, твои клинки не подведут. Это и есть тот самый мост? Нет, мы все еще на мосту, который тянется меж мирами. А нужен нам мост проклятых. По нему умершие идут в Хельхейм. Туда их пропускает хранитель моста. Вот кого мы ищем. Просто иди вперед. Так мы придем куда надо. А я-то надеялся больше никогда сюда не попасть. Осторожно, сзади! Используй огонь клинков, чтобы сжечь кусты, преградившие путь. Одна из причин, по которым мы вернулись за мечами. Должны быть лишь недавно умершие. Откуда так много? Наверное, врата закрыты. А если врата закрыты, значит, Хельхейм прям переполнился. Без валькирий некому судить и отбирать мертвых. И все попадают сюда. Заперто. Что теперь?
Уходи! Разбойники, что мы убили рядом с моим домом, оказались тут. Как они вернулись так быстро? Время в разных мирах течет по-разному, особенно если речь о мире духов. Как свет Альфхейма? Как раз наоборот. Озеро душ течет быстрее, чем время в Альфхейме, но время в Хеле идет медленнее, чем в Мидгарде. Это, конечно, запутанно. Это хорошо. Значит, быстрее вернемся к сыну. А, быстро схватываешь. Лишь достойные воины, погибшие в славном бою. Как же для тех, кто умер бесславно? Преступников. Ну и для тех, кто умер от болезней и старости. Разве стареть это бесславие? Ну, никогда ведь не поздно взять в руки оружие. Там можно выбраться наверх, если достанем. Моста поможет мертвым покинуть Мидгард? Не думаю. Хотя и вреда особого от этого, полагаю, не будет.
А еще живым будет проще попасть в сердце Хельхейма. Только вот какой безумец туда полезет по своей воле? Мост проклятых. А вот и хранитель, который проверяет, в самом ли деле мертвые мертвы. Что это у него? Этот тотем – мощный источник магической энергии и силы самого Хельхейма. Но тебе-то нужно его сердце. Возьми сердце и пойдем. Как? Нарвись на драку. Ты ведь умеешь. Сердце. Придется тебе замарать руки. Почему он здесь? Это невозможно. Это просто иллюзия. Хель мучает своих обитателей картинами из их прошлого. Нам нужно вернуться к твоему сыну. Теперь можешь воплощать и выпускать ветра Хеля, когда тебе в тебя. Спасибо тебе.
тебя не дождешься, так что я сваливаю. Я иногда думаю, может, он не совсем здоров на голову? Нам надо спешить. Прости, брат, но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом. Ugh!
Надо же, сумел. Ну, поторопись к сыну. Немедли, брат. Сердце у нас. Пора в Мидгард. Вешу на бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов, и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже, неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты ему не скажешь, понял? Хорошо. Короткий путь меж мирами. Так вот, я его улучшил. Или сломал нахрен. Он нам нужен. Да знаю я. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Ха! Там, конечно, могут быть накладки, но я в тебя верю. Иди, брат. Ого, вот как надо срезать путь. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Надо спешить. Фрейя, я этого не забуду. Спасибо. Благодаря отца. Но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? Не знаю. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну, ладно. Thank you.
лодку выбросило на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. В лодку я потащу. Точно нельзя стать волком? Удиви меня, если сумеешь.